сколько вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Чем обманывать вас иллюзией выбора? Я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю. Ну, поздравляю, я прошел Half-Life 2. В общем, что я хочу сказать? Первое, что я хочу сказать, то что как не нравилась ли какая-то новая игра или какая-то более-менее такая более проработанная в плане физики, графики игра, но Half-Life 2 для многих геймеров, которые ее может быть, проходили в первый раз, может быть, не в первый. Довольно много чувств они перенесли. То, что разочарование, сложность, то, что Half-Life 2 достаточно интересная игра в том смысле, то, что много разных сложных мест, но одновременно и простых, потому что очень много достаточно понятного, очень много достаточно непонятного. Вот, например, многие геймеры писали то, что G-Man — это Гордон Фриман спустя фиг его знает сколько лет, потому что G от имени Гордон, а Мэн от Фримена. Фримен. Ну вот то, что предполагают, то, что это Гордон Фримен все-таки, но как-то много непонятного, откуда, почему он тогда такой бледный, почему он тогда. У него волосы такие достаточно черные, потому что многие, кто видел арты Гордона, у него такие какие-то более светлые, ну не знаю, рыжие, может быть, не знаю. В общем, игра разрабатывалась в Valve. Я не знаю, сколько лет, по-моему, 2 года. Я точную цифру не могу заявить из-за того, что я сам точно не знаю. Ламар? Ламар! Вот чертовка, куда она делась? Да. И многие, кстати, это могли не видеть, потому что многие, скорее всего, сразу нажимали выйти из-за того, что, ну, достаточно интересно, достаточно сложно и так далее. Ну, в общем, мои впечатления, если вот вспомнить мои впечатления от первого прохождения Half-Life 2, это было в 2004 году, мне как раз тогда переустановили в первый раз Windows, и мне в тот день поставили Half-Life 2, потому что у меня даже диска не было, у меня она тупо была установлена на компе. Я в нее играл как не знаю во что, но я не смог ее пройти, потому что на то время я достаточно был, ну,
ну, не очень любил таким заниматься. Но, когда снова у меня снеслась винда, Half-Life 2 уже не было, я очень огорчился этим. Я его даже искал. Искал, я его нашел в виде Orange Box'а пиратского. Я его купил, на то время он стоил 150 рублей, я его купил в 2007 году. Поиграл в Half-Life 2, Half-Life эпизод 1, эпизод 2, Portal, что еще на нем было? Ну, Team Fortress, который был пиратский, он мне ничего не давал интересного, так уж, в принципе, больше ничего более интересного. В общем, Half-Life для меня всегда останется более-менее такой самой интересной игрой. Даже когда мне стукнет 60. Ну, хотя, когда мне стукнет 60, уже я вряд ли буду думать то, что тайная игра лучше. Или еще там ХЗ. Как так? Так уж. Ну, до этого времени еще будет много всяческих игр, много всяческих концов света, которые обещали 23 декабря 2012 года. Но так он и не случился. В общем, всем спасибо, кто смотрел. С вами был я, Данте. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, вступить в Гибл Престим и в группу ВКонтакте. Все, увидимся в следующем моем видео и в следующем моем прохождении. Все, всем пока.